Всем привет! Сегодня видео начинается не как обычно, потому что не на фоне машины, а на фоне гаражных ворот. Решил сегодня сделать немножко необычный формат. Вначале будет вся техническая часть, вся техничка. Это сделано для того, чтобы тот, кто ищет информацию по названию видео, чтобы он сразу заходил и видел то, что ему нужно, а не всякого рода дичь. Поэтому сначала пойдет капиталка, а после капиталки пойдет предыстория и все остальное. Всем желаю приятного просмотра, но я начинаю. Все, что нам нужно для сборки, у нас уже лежит на столе. Ну, большая часть, можно так сказать, крупных деталей. Все остальное мелочь у нас тоже присутствует. Пойдем слева направо, сверху вниз. Новые поршни. Мы уже их подружили с шатунами. Двигатель расточен в первый ремонт. От головки остался только старый корпус. Вся внутрянка новая. С обоих сторон, со стороны распредвала и со стороны камеры сгорания, в общей сложности снято 19 соток. В общем, эта головка в последний путь. Сразу под головкой у нас блок двигателя. Расточены цилиндры, сделана плата ханингования, ходить будет долго, надеюсь. Дальше за блоком двигателя у нас колено, и коренные шатунные шейки были шлифованы, также в первый ремонт. За коленом у нас следует постель распредвала новая и распредвал новый. Сейчас пока не буду вдаваться в подробности, но уже потом, когда будем подводить итоги, я покажу, в каком состоянии все старое себя чувствует. Этой меткой
после того, как обжали шатуны, проверяем. И убеждаемся в том, что двигатель вращается легко и без проблем. Разобрал маслонасос, посмотреть, в каком он состоянии. Довольно-таки состояние неплохое, как для маслонасоса. Вроде как он родной. И для пробегов 300 тысяч еще походит. Конечно, его уже желательно бы заменить, так как видны здесь такие маленькие задирчики, но они не особо сильно критичные. Но лучше, конечно, его бы поменять. Лайк, лайк. Лайкосик.
Первый этап 20, затем довернуть на 65, затем еще раз на 65 и еще раз на 65. Последовательность момента затяжки. Прятался в тенечке, а то сегодня что-то как-то на солнышке слишком жарко, я бы сказал, горячо. Так, Ланус уже мы вчера собрали, даже немного его завели. Сейчас пойдем посмотрим, что там нам еще остается сделать. Под капотом у нас все в таком состоянии. Я еще не одел крышку ремня. Здесь вот верхняя часть ставится. Не накинул воздушный фильтр и ничто. И не сделал вот эту заглушку. Здесь вот ставится клапан ЕГР, но сюда надо заглушку сделать металлическую, так как эта тарелка меня бесит. Мы будем от нее избавляться. Еще нужно будет сделать массу. Тут провод оторван. Немножко он себя плоховато чувствует. Где-то здесь вот он был. Сюда надо будет его и приделать. И уже можно будет прокатиться. Правда, еще нужно будет поменять масло в коробке. Не прошло и полугода, подкапотка собрана. Сейчас глянем, что я там уже успел сделать за кадром. Эта машина сплошной сюрприз. В собранном виде. Так, это мешает. Подкапотка выглядит вот так. Единственное, что я не закрыл, так это крышку предохранителей. Потому как тут проблемки маленькие с вентилятором. Что-то он постоянно работает. Судя по всему, датчик из строя вышел. Поставил заглушку, замесь клапана ЕГР. Только я не особо хочу ее заводить. Сейчас пойду попрошу Саню, чтобы он машину завел. А я поснимаю. Сейчас Саня мне поможет. Ты там это. В принципе, все как и в любой другой машине. Не знаю. Че, готов? Да. Давай, пускай. А чек горит? А сбрасывает, да? Горит. Короче, как-то так она работает. Это кадр неудачный. Так. Запускай. Выхлопные газы до трубы не доходят. Все, глуши мученика этого. Блин, не, ну в принципе, если сделать гофру, то нормально будет, как ты думаешь? Ты бы ездил, бля, такой? Че бы нет? Че бы нет? Давай, короче. На передачу поставил? Так, ну что, машинка уехала, наконец-таки отмучился я, потому что это был ремонт не самый такой приятный, можно сказать, и не самый быстрый. Ну что, если тебе понравилось видео, подписывайся, оценивай, комментируй, репости это видео. Ну и всем до скорых встреч, до скорых новых ремонтов. Но уже, наверное, пора завязывать с этими ремонтами автомобилей и заниматься своими машинами. Уже пора.